Друзья, всем привет! Тема сегодняшнего видео – выбор термального курорта для эффективного и быстрого лечения псориаза. Польза этого видеоролика в том, что я расскажу о новых курортах, о которых вы точно не знали, и где классно и гарантированно лечат псориаз. Небольшая поправка, я буду говорить сейчас только о термальных курортах Турции, потому что сейчас активно ими занимаюсь. И я знаю там места, которые по эффективности лечения кожных заболеваний намного превосходят даже известный бальнеологический грязевой курорт Саки, главной специализацией которого тоже является лечение заболеваний кожи. Итак, начнем с курорта Сефер-и-Хисар. Это провинция Измир, западное побережье Турции. Там есть огромный морской термальный ресорт, который называется Эйфория. До недавнего времени он работал просто как обычный развлекательный отель для морского отдыха. Сейчас он переориентировался на термальную терапию. В нескольких километрах от отеля есть источник термальной минеральной воды с минерализацией 20 тысяч миллиграмм на литр. Когда я разговаривал с врачами этого отеля, они сказали, что таких источников в мире всего несколько, по-моему, всего лишь 5. И в нем такое большое количество различных микроэлементов, в том числе натрия, что эта вода за 7-14 дней способна убрать псориазные бляшки с кожи. Значит, у них есть физиотерапевтический центр, у них разработаны специальные программы улучшения состояния кожи, значит, лечения кожи, у них есть программы талассотерапии, программы омоложения, антиэйдж и все, что связано также с детоксикацией. Дальше, второй курорт, это курорт Кушадасы, известный морской курорт, но в 25 километрах от Кушадасы расположен термальный отель Aquamont Thermal & Spa, его практически никто не знает, на момент съемки этого видео отеля даже не было на букинге, и могу сказать, что этот отель сейчас один из самых популярных среди моих клиентов, потому что там очень сильная термальная минеральная вода с минерализацией 6434 миллиграмма на литр. И состав этой воды такой, что она выводит токсины и шлаки из организма, и она очень хорошо лечит псориаз. Для этого достаточно просто купаться 2-3 раза в день в термальном бассейне, который там есть крытый и под открытым небом. Кроме того, у них собственное месторождение лечебной грязи, они тоже делают грязевые аппликации для лечения псориаза. И если псориаз еще связан с нарушениями обмена веществ, такое тоже бывает, они предлагают пройти очищающий питьевой лечебный курс термальной минеральной воды. Плюс у них есть специальные программы разгрузки организма, диетическое питание и детокс-программы, рассчитанные на 7 и на 14 дней. Причем программа и на 7, и на 14 дней, она двойная. Там есть программа более облегченная, с небольшим количеством процедур, и насыщенная, где процедуры каждый день, там по 2, по 3 процедуры в день. Рекомендую обратить на этот отель внимание. Несколько моих клиентов туда приезжали в начале октября и говорят: Влад, просто все супер, народа нет, мы там вот отдыхало 4 человека, соответственно, никакого риска заразиться ковидом, вам повышенное внимание со стороны персонала, врач говорит на русском языке, осмотр у врача бесплатный, если вы поедете в этот отель с моей помощью, потому что я договорился с врачом, что все мои клиенты получают неограниченное количество осмотров у врача по необходимости бесплатно. Еще один курорт, о котором вообще все знают, это Бодрум. Но в Бодруме есть единственный на весь курорт термальный отель CNG. У этого отеля вообще просто космическая эффективность, термальная вода с минерализацией, внимание, 22200 миллиграмм на литр. На сегодняшний день это самая сильная вода в мире, которую я лично встречал на различных курортах. А я работал и во Франции, и в Италии, и в Чехии, и в Словакии, и в Словении, и в Венгрии, и в Литве, где только не работал. Это самая сильная вода для лечения псориаза, акне и экземы, которую я встречал, повторяю. В отеле разработана программа детоксикации, программы
очищение кожи, улучшение состояния кожи. И там есть очень крутой диетолог, нутрициолог, который делает специальное меню из продуктов, выращенных на органической ферме этого отеля. То есть у них собственная такая вот продуктовая линейка. Отель очень красивый. Я вам скажу честно, каждый уголок их парка хочется сфотографировать. Тихий, спокойный, собственный пляж. И номера просто космически комфортные, я вам скажу. Поэтому на сегодняшний день я вообще считаю этот отель CNG, ну, прям топ-топ среди тех, которые я знаю на термальных курортах Турции. И в заключение скажу, что вот эти три курорта, Сефирхисар, Кушадасы и Бодрум, а точнее отели Эйфория, Аквамоун, Термал энд Спа и CNG, это три вот таких топовых направления, где я гарантирую, что вы эффективно сможете полечить псориаз в диапазоне 7 и 14 дней. В описании к видеоролику мои контакты, звоните, пишите для консультаций со мной. Если вы смотрите это видео в Яндекс.Дзен, то переходите на мой YouTube канал «Лечебный курорт условий Слава Буря», там под каждым видеороликом мои контакты. Друзья, всем хорошего настроения и крепкого здоровья. Пока!